Не знаю. Йо, всем привет! С вами Енот, с вами. На это годы нужны. Инверсия или это так? С нами они бы не справились. Смотри-ка, светящиеся камеры. Да. Давай спустимся на землю и найдем Лейлу. Может, узнаем что-нибудь у того, кто ее держит. Точно. Сами мы вряд ли разберемся. Пошли. Ну, конечно, не пойми, что творится. Есть. Слышал, враги убивают наших. Бонни Кочин. Графлин. Да! Не спеши! Гильдер не пустит! Это точно! Робот не из опасей! Да, если не мы убьем, убьют воды. Первый убьем! Можешь, Гильдер! Враг близко. Надо сражаться. Стрел! Стрел! Браво, друг! Ага. Ага, щит держит. Заряды, да? Эй! Посе, постреляй! Нормально все. Берегись, слева. Дай сесть. Господи, я ж просил сесть. Ой, есть. Да ладно. Приятно снова ходить. Посмотрим, что тут. Что за жизнь? Убейте! Стал смени. Что происходит? Только пригнись! Дэвис, давай подберемся ближе к снайперам. Толкни тележку. Опа. Да. Эй, может, забор можно поджечь? Попробуй поджечь забор топливом. Красиво горит. Но так попасть довольно сложно. Чувак, ты мне мешаешь. Берегись, слева! Нравится тебе, да? На тебе. Все, теперь нормально. А то эта собака стоит ни туда, ни сюда. Ну, ни туда, ни сюда. Ну, ни туда, ни сюда. Черт, откуда эта дрожь? Это они делают? Так, да кажется, откуда? Это новый босс и все. Как меня бесит, честно. Очень тяжело привыкнуть к игре. Ну, в смысле, если в нее только играть. Я же играю с перерывом. Она динамичная и короткая. И чё?
Так, проберись через шахту, найди. Так, а нафиг как мне туда вот? Что-то я не понял. А-а-а! Летит птичка. Они идут из ямы! Ложись! А! Господи, как ты меня бесишь! Ай, блин. Воу. Использую гравлин. Ну, кто еще? А, живой, смотрите-ка. Ого! На этого я не ожидал. Так, господи, боже, что мы. Так, ну это автомат, я не знаю, его потратить бы. Но он на босса пригодится. Он же мощный. Они идут из ямы! Ложись! Да пусть. Пусть идут откуда хотят. В принципе, полезная штука. Давай, что ты летаешь тут, а? О! Вот это я среагировал. Больно вообще-то. Ну и все. Эв, да? Надо попасть на эту платформу. Придумай что-нибудь, Ди. Гениально. Отсюда только один выход. Надо попасть на платформу. Чем мешало перепрыгнуть здесь? Вот тут прыжок не такой уж большой есть. Разбегаю. Хоп. Почини крючок. Есть. Пошли. Каким-то макаром у меня растет вот эта вся цепочка способностей. На. Как он такой большой прячется? Где еще? Где кто? Ну? Чё ты орёшь на меня, а? Ох ты ж... Чё-то прям меня жахает. Есть. Пошли.
Какой-то дебил взял бочку и кинул меня. Она так быстро едет, вау. Да он знал, что я здесь. Ну, где еще кто? Вот отлично. Я мог каким-то макаром сюда попасть. Я вижу, он там ресурсы. Возможно, я придется побежать. Приплыли. Какого типа снять? Какого типа снять-то? На. Мне нравится, как они разлетаются. Вообще страдаю я, он не страдает даже. У него полный заряд. Он вообще его не использует. Ой, у меня 2-3 усилителя. Хорошо строят. Нам надо на другую сторону площади. Просто так не прыгать. Ты что творишь? Так тебе и надо, ну что он творил? Я нажал вправо прыжок, он прыгнул прямо. Фуф. Нам надо на другую сторону площади. Просто так не пробежать. Подстрелит из турели. Давай. О! Как я его ненавижу. Нам надо на другую сторону площади. Просто так не пробежать. Подстрелят из турели. А, вон он, где усилитель был. Нет. Фух. Yeah.
А, понял. Брось что-нибудь в стену бункера, чтоб его обрушить. Смотри, иди, внизу топливо. Взорви его. Где внизу топливо? Благодарю. Чего-то, что это такое? Она же для чего-то служит. Служит для чего-то, не знаю для чего. Че, и куда нам? Блин, он то коридорный, то не коридорный, то коридорный, то не коридорный. Если ты коридор, то уже веди меня, не заставляй меня бегать. Будь как Call of Duty. Эй, опять гравитация чудит. Зацени. Эти клетки повсюду в огромной дыре. Эй, может они гравитацию управляют? В смысле, их вставляют в землю, чтобы менять гравитацию? Может быть. Другой причины не вижу. Если узнаем, где их делают, может и остановим врагов. Беги, что ты творишь? Подтолкни-ка! Давай, давай! Господи, он гуляет, как будто мы, не знаю, на пикник пришли. Лео, ты в порядке? Что происходит? Без понятия. Подними гравитации, прийти не отпусти. Попробуй найти другой путь. Вот же они тупые. Ого. Дядя! Дэвис, помоги мне! Я один не справлюсь! Я что делаю? Я вас всех распинаю. Думаю, что они против турели могут. Знаешь, сколько я страдал, чтобы с нее убить вас? То есть, чтобы убить вас в ней. А вы не особо умные, я смотрю. Всех убью! Вот это мне всегда нравилось. Я понимаю, это шутер дает шанс пострелять, но... Кто в здравом уме будет бежать на турель? Почему никто не пытается меня обстрелять? Ну... Красиво. Жалко, что я тебя защищал и не и просмотрел это все. Я запущу к тебе платформу. Прикрой меня. Еда. Ну же, прикрой меня. Я что делаю? Где жизни потерял, алё? Перезаряжу! А может я тут останусь? Как бы турель. Я ее спущу. Мясо! Мясо! Не пускай их ко мне! Я тебя спущу! Ой,
Уничтожь! Убей! Кого? Да сходи уже, ну! Рад тебя видеть, друг! И я. Соберем патроны и уходим. Точно. Пошли. Ага, кому этот дробаш-то нужен? Босс. Взять их бить. Я же убил тебя! Боже, что же едят эти сволочи? Ты подумай. Воу! Ну уже. А. Круши! Разорви! Фу. Вау, вау. Фак. Вот тебе. Фу. Мы суемся все дальше. Я такой же хочу плеть. Туда, куда нас пускать не хотят. Не, ну конечно, они такие сильные. Мне бы дали такую способность. А? Ну уже хоть цивильненько выглядит. Ну кто еще хочет? Я вас жалеть не буду. Привет. Они все равно умрут. Но я хотя бы буду знать, что мне со спины никто не нападет. Вау. Но выглядит прикольно. Мечник? Мне прям мечника не хватало. Это еще кто? Не знаю, стреляй! Вот они! О, блин! Это ж девка! Страшная! Слушай, кажется, я понял, откуда они приходят. Там тоннель, я прорезинял коробку. Я вижу. Идем. Сволочь! Голову давлю!
Что, не нравится? А вам и не должно нравиться. Какая шустра летит, да? Ха, выкусите. Смысл мне с вами сражаться, тратить патроны, вы мне объясните. Сами мой негр разберется. Нет, 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 нет. Ах ты ж, господи, все-таки надо было стрелять. А как сложно-то. Ой, блин, они везде лезут. Ладно, от мечников можно убежать, от стрелков уже нет. А ведь я не хотел их убивать, хотел по-тихому уйти, под шумок. Еще неприятно. Мне вот тоже было неприятно, когда меня в спину шмаляли. Давай, давай, что ты творишь? Да. Ошметки полетели, прям что-то куча смертей. В общем, я стараюсь играть как можно сейфити. Давай. Ну, что не так-то? Давай. Давай, вылези. Бесишь меня, а? Вот тут с ракетницей есть. Цепляйся. Как мне тут уходить? Скажите мне, а? Я не понимаю, я прыгнуть ним не могу и уйти не могу. У меня нет никаких вариантов. Все, тупо лечу. Вылази. Вот как надо. Хотелось с вами по-хорошему. Только вот вы-то не хотите. Ух ты! Да не говори. Уходи, 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 уходи. Нет! Сиди, не рыпайся. А,
Я никогда не пройду этот момент, да? Я честно не понимаю, что делать. Я уже обхожу и так, пока их оттуда не выбить, они тебя тупо расстреливают. У тебя нет шансов. Используй какую-то защиту, ты не можешь. Просто адская вещь. У тебя кровотечение, слышь, чувак? Прикрой, выхожу! Да я тут прикрываю все, что могу. Вылази! У меня нет другого варианта. Да прыгай! О-о-о-о! Господи, как это было сложно-то! Это нифига не легко, если вы думаете. Меня тут как не пойми кого кидает тут из стороны в сторону, он еще не прыгает. Перезаряжается, как неизвестно кто. Подсади. Скорей сюда. Ди, смотри. Это что такое? Типа продвинутой стройплощадки. Может, отсюда они и приходят. Или ими управляет еще кто-то. Включаю защиту. Произошло вторжение в ядро. Нарушение. Для защиты инверсии необходимо немедленно уничтожить нарушителей. Инверсия. Эй, что это там? Всем идите! Мы уж сражались с ними. То есть они с ними тоже воюют. Ты меня бесишь. Тоже мне роботов убить не могут. Конечно, мне это нужнее. Мне еще и спрашивают. Кто будет пользоваться этим дробашом, я даже не представляю. Он здесь вообще бесполезен. Вблизи тут не подбежишь, на легкой сложности тоже не побегаешь. Как учтиво, смотри, лифт подъехал. Чую, скоро финал.
никогда такого не видел. Как они смогли это скрыть? Дэвис, глянь. Что это? Похоже на транспорт. Что-то вроде поезда. Так, он тормозит. Интересно, что у них там? Не знаю. Может, он отвезет нас туда, откуда они все пришли. Может. Давай подумаем, как нам попасть на погрузочную платформу. Там-то видишь, какая толпа. Вижу. Большая. Не так, вижу. Ща прорядим. Смотри, береги патроны. Без них грустно. Ну да. Без патрон грустно. Ого, опять толстик. Так я не понял, мы ездим в ядре, тут их защищают, и ядро нападает на робот, роботы нападают на них. Какого черта они здесь делают? Я спасибо, не врубаюсь. Парни. Очень полезно. Огромное место. Никогда еще такого не видел. Как они его построили? Ведь не они строили. Работали. Они только его разрушали, как ты видишь. А ты спрятаться не вариант? Я взорву их! Серьезно? И это я взорву их? Какой же он бесполезный, а? Что такое? Нет, 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 да что ж ты прыгаешь, как не пойми кто. Мне кажется, от бедра он стреляет кого-то сильнее, что ли. То есть я это могу притянуть и сделать еще своей защитой. Вперед, 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 вперед. Ха! Среагировал. Куда идти-то? То есть не просто их надо было всех убить? Есть. Спокойно. Мы справимся, что бы нас там не ожидало. Да, вот и посмотрим. Слышал, что он сказал. Вроде там повезут рабов. Посмотрим, куда он направляется. Неохота туда лезть. Турель будет, стопудов. Ух ты, знакомый тип. Мы знаем, что с ним делать. Что мы знаем, я его с трудом победил. Да.
Останови! Я подожду! Гравлинг, забросай его! Тебя это тоже! А-а-а. Нас не сканалить! Попадет, не попадет? На-на! Ну, благодарю. Эй, забросай его из гравлинка! Я вообще-то и пытаюсь это сделать. Как он учтиво становится под этими штуками? Че, все что ли? То есть я не могу его даже ломать? Не, ну этот был более изичным. Может, теперь наконец вздохнем. Погрузка завершена. Платформа убрана. Что это? Входит, надо спешить. Отправка в зону 143. Мне это все. Через 15 минут. Ты сам уверен? Может, это единственный выход? Ты со мной? Я могу и один. Да с тобой я. Просто мне не по себе в этой жестянке. Мы легкая мишень. Я тебя ненавижу. Я столько раз умер, вообще ужас. Легкая мишень. Пошел ты. А я додумал, когда он появится. Ладно. Его бьем потом. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.